Полицейские и общественники выясняли, где в Первоуральске продают паленый алкоголь и контрафактные сигареты. Рейд устроили после того, как получили от местных жителей сообщение о подозрительных торговых точках. С проверкой нагрянули в несколько заведений, два из них в поселках Битимка и Вересовка. В ходе рейда полицейские и волонтеры провели контрольные закупки. По словам общественников, информация о нарушениях подтвердилась. В торговой точке в Вересовке нашли более 1000 пачек безакцизных сигарет, а в Битимке еще и спирт, и водку, алкоголь и сигареты сомнительного качества изъяли по фактам незаконной торговли. Сотрудники МВД проводят свою проверку и уже завели административные дела. Если вина нарушителей будет доказана, им грозят крупные штрафы.